кажется, с этим проблем сейчас не возникнет, потому что все спортивные диджитал-площадки, они тоже переориентировались, используют подход ресайклинга контента, то есть они составляют набор хайлайтов из прошлых сезонов, и это довольно неплохо заходит. Также спортивную аудиторию можно легко достать через аккаунты спортсменов, спортивных всяких инфлюенсеров. Ну, если раньше бренды их использовали в основном как амбассадоров в съемке своих роликах для ТВ и для онлайн-видео, сейчас же мы все больше видим интеграции в повседневный контент, такой в кризисный. Ну и, конечно, стоит отметить киберспорт. За последние несколько недель мы увидели огромный прирост внимания и, соответственно, трафика как к онлайн-трансляциям тех событий, которые все-таки состоялись, хоть и при пустых трибунах, но также и к всевозможным твитчерам, трансляциям их летсплеев в YouTube в том числе. Спортивная аудитория довольно заметно перетекает в гейминг и в киберспорт, и я думаю, брендам стоит воспользоваться этой возможностью, и для тех, кто даже еще не пробовал работать с этой аудиторией, сделать это. Однако тут, конечно же, должен быть особый подход, потому что это непростая аудитория. Я думаю, начинают уставать от порой безуспешных попыток брендов мимикрировать под контентные площадки. То есть те самые лайфстайл-глосси, например, или издания, за которыми ежедневно следят люди в соцсетях. В основном контент изданий сейчас потребляется в соцсетях или происходит переход туда, на ресурс через соцсети. Бренды, честно, сейчас копируют советы, как жить в текущей ситуации, и, как правило, эти советы никакой оригинальностью не отличаются, и что чаще мы видим, они даже не сильно соответствуют тому, что бренд может предложить. Например, услышать советы о том, как устроить домашний офис или, наоборот, фитнес-зал у себя в гостиной от IKEA, очень логично, потому что у бренда есть прекрасные решения для закрытия этих нидов. От, например, FMCG или фармацевтических брендов, наверное, такие советы ты вряд ли будешь адекватно воспринимать. Брендам стоит сейчас, наоборот, дифференцироваться, потому что очень много советов от всевозможных контент-провайдеров, но и в том числе от других брендов, которые пытаются подстроиться под ситуацию. Бренды, которые хотят дифференцироваться, они должны найти либо свой уникальный бренд-войс, либо ту тематику, на которую еще либо не говорили, либо не принято говорить. Ну, какие-то непопулярные темы, может быть. Возможно, кто-то из брендов на самом деле захочет занять территорию борьбы с домашним насилием, например, потому что мы знаем, какое количество разводов сейчас зафиксировано в Китае, который уже более-менее отходит от жесткого карантина. Я думаю, в нашей стране это, к сожалению, тоже может быть схожая ситуация. Поэтому тематика психологической поддержки может быть сейчас очень актуальна. Это, например, то, что мы делаем с нашим фармацевтическим клиентом КГЦЛ. Буквально вчера мы провели лайв-сессию с психологом, который давал ответы на вопросы, как справляться с тревогой, нервозностью, постоянной внутренней борьбой, что ли, с собой в это непростое время. И аудитория была очень благодарна. Такого контента сейчас очень мало. Он не бытовой, он посложнее, он профессиональный. Я думаю, такой контент будет полезен. Аудитория будет благодарна. Первые, наверное, несколько дней самоизоляции мы заметили какой-то гэп в коммуникации с блогерами. Я думаю, они, как и все нормальные люди, пытались понять, как им перестроиться. Но сейчас работа пошла как никогда, наверное, интенсивно.
Ну, потому что, по сути, у блогеров есть все для создания идеального контента, который интересен их аудитории. У них у всех домашние студии, большая команда для съемки, которая сейчас будет работать удаленно. Мне кажется, это сейчас инфлюенсеры наиболее легкий канал для того, чтобы осуществить коммуникацию на любую тему, которая сейчас будет актуальна. Быстрее всего запустить, легче всего сделать это нативно. Конечно же, нужно тоже соблюдать грань между бренд-историями и тем контентом, теми историями, за которые пользователи приходят. Я думаю, сейчас брендам нужно сфокусироваться именно на контенте в широком понимании, в серьезном, наверное, даже понимании этого слова. Сейчас все сидят дома и постоянно ищут, чем себя развлечь, как себя отвлечь от очередного похода к холодильнику. И брендам нужно научиться делать такую рекламу, которая будет не прерывать контент, который людям интересен, а становиться тем контентом, который им интересен. Поэтому те бренды, которые еще не видели себя как бренд, который интегрируется в какой-то контент, становится его частью, или уж тем более становится создателем такого контента, сейчас самое время. Ну, знаете, очень сложно как-то отвлекаться, когда работа бурлит буквально вот с момента, как позавтракал, до самой поздней ночи. На самом деле, вот не хватает, наверное, этого промежутка, который дает тебе психологическую разгрузку от офиса до поездки домой, когда ты можешь перезагрузиться, какие-то свои мысли, отвлеченные от работы, погрузиться. И наоборот, утром, когда у меня, например, очень часто классные идеи рождались именно по дороге на работу, за рулем, даже слайды в голове прорисовывались как-то лучше, когда едешь по утрам рано по полупустой Москве. Сейчас же такого нет, но очень легко, на самом деле, перестраиваешься. Очень важно здесь человеческий контакт. Мы с командой каждый день на связи. У нас утро всегда начинается с видеоконф-колла в 10 утра. Все друг друга видим, приветствуем, поддерживаем, показываем своих котов, делимся какими-то свежими мемами и рассказываем, что ждет друг друга в течение грядущего дня. Раньше у нас не было, честно скажу, таких ежедневных статусов, и это как-то в новинку, но, знаете, это очень легко зашло, наверное, потому что каждому требуется социум. Особенно в рекламе, где ты должен чувствовать себя как бы частью общества, ставить себя на место той аудитории, с которой ты общаешься, на аудиторию, на мнение которой ты должен повлиять. Конечно же, влезать в шкуру потребителя, в голову потребителя можно и удаленно, и поиск инсайтов — это всегда такое приключение с отделением своей души от тела и путешествие куда-то в неизведанное, но поиск инсайтов — это именно поиск, это не придумывание, это всегда наблюдение. Наблюдение за реальной жизнью, наблюдение за собой, за своими мыслями, за тем, как ты честен с самим собой, со своими решениями. Сейчас такого наблюдения, наверное, меньше будет, потому что, ну, в принципе, нет возможности очень часто выходить на улицу, но никто не мешает искать какие-то животрепещущие темы в комментариях к постам селебрити, блогеров, трансляциях наших политических лидеров. Ну, если там можно найти какие-то инсайты, которые можно применить в рекламе, на форумах, на отзывах, на продукты. То есть в диджитальной среде огромное количество возможностей найти эти инсайты. Ну, у каждого свои способы генерации идей. Кто-то работает как одинокий художник, кто-то предпочитает пинг-понг. Всегда по-разному.